принципа не вы. Поэтому сегодня главный приз нашей игры — это Юля не раздевается. Вы же очень быстренько познакомитесь с участниками обеих команд. Лена, наиболее сильный ее талант — это актерское мастерство. Елена, а сыграйте-ка вы нам асфальт. Закататься? Спасибо! Это Лена, можно поаплодировать. Андрей, это тот самый человек, который может в вашем доме, даже если вам и не нужно, но все равно установить вентилятор или кондиционер, либо поработать несколько часов по кондиционерам самостоятельно. Но это дороже. Идеально проветривает помещение. Идет задница. Итак, это были участники одной команды, которая называется... Что? Усы с бигудями! Усы с бигудями! Ваши аплодисменты! Я говорю, первая жижа пошла! Пошла первая жижа! Друзья, я бы хотел вас лично познакомить с вашими оппонентами. Команда, которая сегодня больше всего заинтересована в том, чтобы Юля не раздевалась, поскольку она ближе всего к ней. Итак, Максим. Максим конструирует воздушных змеев. Также Максим говорит правду. Максим, скажите, вы гей? Нет. Это правда. Аплодисменты. Ну и, наконец, Юленька. Юленька — профессиональный дегустатор. Я хотел сказать оливье, но нет алкоголя. Поэтому легкое амбре, которое мы все с вами ощущаем, это... она обожает кривляться. Это Юля, аплодисменты ей. И она замыкает представление команды, которая называется... Наша команда называется... Все? Великолепно. Перед тем, как мы начнем нашу битву, я прошу обе команды поприветствовать друг друга. Молодцы, молодцы. Наша игра как раз таки и основана на взаимоуважении и ненависти друг к другу. Итак, друзья, для того, чтобы разыграть право первого хода, я предлагаю двум капитанам команд... Итак, каждому из вас сейчас необходимо на своей карточке найти то слово, которое написано напротив пиктограммы с голубым объяснением. Да? У каждого из вас сейчас будет минимум времени, за которое вам нужно будет свое слово в устной форме объяснить своей команде. Кто сделает это быстрее, та команда будет первой начинать. Поехали. Да. Я подпрыгиваю, да. Я устанавливаю, когда прыгаю. Да, только, да, только мне нужно вот это словосочетание из двух слов, где я... Да, правильно. Только это не просто олимпийский рекорд, это общее... Состязание? Ну, по всему земному шару. Это как называется? Олимпиада. Нет. Весь земной шар — это что? Три буквы. Мир. Правильно, значит, рекорд. Мировой рекорд. Мировой рекорд. Поехали. Когда мы входим в дом, через что мы переступаем? Порог. Через порог. Все. У вас будет розовая пантомима. Поехали. Спишь, ешь, занятия. Завтрак. Обедать, ужинать. Званый обед? Обед только. Обед на вынос. Бык. Ой-ой-ой. Хлыст, пастух. Пастуший обед пастуха? Да! Обед пастуха, совершенно верно. Два слова. Первое. Ты спишь. Отдых. Ты отдых. Не запланированный отдых. Запланированный отдых. Отдых медленный. Изысканный. Отпуск. Тонкий. Элегантный отдых. Отдых в ресторане. Отдых второе слово или первое? Отдых первое. Второе. А значит, мы какой отдых отгадываем, да? Пьяный в классе, значит, это не то. Нет. А у нас противоположное, антоним. Интеллигентный отдых. Нет, это был культурный отдых. Вот так вот. Хотя энергичный отдых. Я уже все с культурой почти показал. И Андрея тоже заслужил уважение. Вы рисуете на 4, да. Поехали. Это два слова. Первое слово. Это рыба. Рыба, нет? Банан.
Это кофточка, кофточка, блузочка, элементы одежды какие-то, да? Это рукав, плечики, плечики. Рукав, это плечо. Платье, вырез, булавка. Булавка. Булавка — это второе слово. Железная французская булавка. Цветная кровь. Булавка. Булавка. Поехали. Так, 3-4. Тащу. Это что, флаг? Флаг Украины. Разные флаги. Американский флаг? Евросоюз. Это Россия. Это голландский флаг? Человек. Дипломат, что ли? Он переходит в другую страну. Иммигрант. А, он гражданин двух стран? Гражданин мира. Двойной гражданин. Да! Молодцы! Так, что, тройка голубого цвета? Давай, давай, быстро. На то оно и голубенького цвета. Становись на сцену, Молодец. Готов? Да. Говори. Словами. С утра обычно вот встаешь в постели и происходит с тобой что? Тебя трусит, ты пытаешься что-то на себя одеть. Озноб. Мороз. Два слова. Утреннее. Просто. Хорошо. У собаки в лобаке какие губы? Холодные. Холодное утро. Отлично. Первое слово. Холодное. Холодный подъем. А пот. Да, где хранится всевозможные соления? Холодный погреб. Подвал. Холодный подвал. Есть. Молодцы. Вот внутри. Сложно. Максим, готов? Да. Время. Ребята, это во время войны, это такое пространство, где нельзя идти, потому что... Не на поле. Да. Все. Аплодируют победителям. Команда А! Наш главный приз. Юля, на сцену. Юля, на сцену. И сейчас под музыку Юля будет...